Здравствуйте, дорогие любители футбола. Приглашаем вас в столицу Армении, на центральный стадион Раздан, где в матче 28-го тура юбилейного первенства страны Арарат принимает московский Подшивалов. Второй Агановский Ракусян, третий Альберт Саркисян, четвертый Ашот Хачатурян, пятый Ара Айвазян, шестой Арсен Челингарян, седьмой Макартыч Маркарян, восьмой Оганес Погосян, девятый Эдуард Веронян, десятый Эрос Осипян и одиннадцатый Гамлет Макитарян. Ещенко входит в штрафную площадку, прострел и первый мяч в воротах Арарата. Очень хорошо разыграли комбинации спартаковцы. Что здесь можно сказать? Лишь одно. Опять футболисты берут на себя функции арбитров. В данном случае защита Арарата. Остановились, подняли руки и смотрят на арбитра. Вот обратите внимание еще раз. Вот, Маркарян, видите? А если бы он пошел дальше, попытался бы побороться за мяч, возможно бы и не было вот этого в сезоне. Саркисян с мячом. Хорошо, Погосян вышел на ударную позицию. Перевод мяча. Осипян. Перевод мяча на Вероняна. Веронян скидывает мяч под удар. Погосян на площадке. И мяч в ворота. Вот так вот разыграли мяч ереванцы. Молодой форвард Арарата Оганес Погосян сравнивает счет. Это произошло на 25-й минуте первого тайма. Вот видите, Веронян скинул мяч Осипяну. Осипян технично перевел мяч на Погосяна. Погосян приблизился к Досаеву. И, ну, будем отгадывать. Каждая команда решает свою задачу. Опасный момент и мяч в воротах Арарата. Вот так вот. Не успели объявить по стадиону о том, что гол забил Погосян, как тут же спартаковцы провели второй мяч в ворота Арарата. Вот как обрадовались болельщики Спартака. Смотрите, какой момент. Головой направил мяч в ворота. Пенальти бьет Ашот Хачатурян. Два капитана. Защитник Арарата и вратарь спартаковцев. Разбегается. Удар. Гол. Пятый гол. Пятый мяч на счету Ашота Хачатуряна. Капитан Арарата догнал Эдуарда Вероняна, который в этом сезоне пока до этого эпизода являлся лучшим бомбардиром. По 5 мячей у каждого на счету. 43-я минута. Счет 2-2. Спартаковцы четко разыграли сегодня на стадионе Раздан. Получили удовольствие не только от матча, но и от знакомства с Ереваном, с Арменией. Хорошее, я не знаю, начинание ли это, опасный момент, как хорошо бил по воротам Погосян. Ошибка. 11-метровая. Ошибся защитник Спартака Суров. Возвращаем мяч. Разбег. Удар. Гол. Три-два. Арарат вышел вперед. Вот так вот дважды отыгрывались ереванцы. И это произошло на 25-й минуте. Ну, на 70-й минуте матча. Счет 3-2. Впереди Арарат. Счет на 10-й минуте открыл Шмаров. Затем на 25-й по 8.